Он лишнего не говорил и злого, он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил, и словом добрым в душу мог проникнуть. Он никогда в словах не ошибался, он не спешил со словом торопливым, он в поисках слов нужных не терялся, а иногда Иисус был молчаливым. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен быть внимательным и чутким. Тот не допустит, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен на Иисуса быть похожим, на чьи-то раны лить бальзам, не уксус, и слов своих ошибки видеть строже. Слов наших мало может быть и много, но пусть из уст любви текут потоки, что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то из других потоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в слове каждом, словами утешая, обличая, в речах своих любовь Христа покажет. Аминь.